городов и в потоке машин. Возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Я приветствую вас, друзья. Сегодня такая удивительная программа, она посвящена замечательному человеку, замечательному барду, потрясающему, гениальному поэту, актеру. В наше время, наше непростое время, все так переосмысливается. Иногда задумываешься, хоть что-то есть положительное в этой ужасной войне. Есть. Есть, потому что мы начинаем переоценивать многих-многих людей, которые рядом с нами или далеко уже не рядом. И оказывается зачастую, что друга, которого считал 30 лет другом, уже рядом нет. А зато появляются другие люди, которые вроде бы только появились, а ощущение, как будто бы 100 тысяч лет уже вместе с ними. И, наверное, это качество у всех времен лихолетия. Поэтому, если говорить о Высоцком, что именно этот человек для меня значит, я мог бы рассказывать очень много всего, чем он меня взволновал. Но, наверное, на вершине этой пирамиды стоит одно слово – друг. Да, о нем много толкуют. Одни примазываются к его славе, другие начинают ругать, что он был там или наркоман, или там пьяница, или еще что-то. Но все это меркнет. Потому что главное его качество было служение. Служение ближайшим людям, служение людям вообще, служение Отечеству. Он рвал свои голосовые связки, свои жилы на шее именно для того, чтобы докричаться нам о самом главном. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, и рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Значит, и рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если ж он скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если ж он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. В братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных дов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?